Всех приветствую на своем канале. Сегодня я вам покажу некоторые игрушечки, которые я буду делать. Ну, некоторые еще пока не доделаны, но я покажу вам, как их делать. Это значит, мы будем делать вот такую вот замечательную шишечку с вами. Вот посмотрите, какая шишечка. Сюда мне останется приклеить веревочку еще сюда. Это я все закрою беленько, но видно здесь не будет. Сейчас я вам покажу, как я делаю такие шишки. Значит, еще у меня вот такая вот есть большая. Одну ребенок у меня унес в школу. Она у нас, конечно, более пышная была. Новогодняя такая шишечка. Знаете что? Можно придумать, развесить их как гирлянды. Можно сделать, конечно, маленькими. Это у меня, например, половина руки. Это почти вот с ладошку почти. Это тоже чуть-чуть меньше. Ну что ты, зайчик, на столик не надо нам залазить. Зайка, я это не люблю, ты знаешь. Так. Дальше, значит, мы будем с вами... Барсик, не воруй, пожалуйста. Не надо воровать, у меня Барсик. Вот у него такие лапки загребучки, да, Басяш? Вот он сразу вот увидел, что я пришла сюда что-то делать, вот теперь будет мне здесь лазить. Он у меня уже тут спер некоторые вещи, уже валялись, особенно вечером. Вечером положишь, утром ничего нету на столе. Так, ладно. Барсик, все, хватит. Не балуйся. Значит так, шишечку мы делаем с вами так. Вот заготовочка. Я брала вот такие вот салфетки в Ашане. Салфетки бумажные. 250 штук. Они стоили 70 рублей. Мне кажется, выгодно. Например, для поделок каких-нибудь или для чего угодно. Значит, я свернула вот такую вот шишечку. Тут буквально у меня, наверное, 4 бумаги. Я завернула, приклеила. Здесь они у меня уже высохли, эти заготовочки. Они легенькие. И теперь мы будем их обклеивать. Обклейку мы начнем только снизу. Значит, детальки. Барсик, нельзя. Барсик. Ну ладно, забирай. Забирай, забирай. Забирай. Вот, все, иди играйся. А то не успокоится все равно. Вот, теперь ушел, все. Взял и пошел. Значит, смотрите, мы берем с вами, это у нас квадратик будет примерно 2 на 2 сантиметра. Вот такой вот будет квадратик у нас. Ну, вот он квадрат. Ну, это я взяла просто большой, чтобы вам показать. Конечно, вы будете брать бумагу, можно гирлянду даже сделать разноцветную, например, там синюю, ну, как радуга из этих шишек. Тоже будет очень красиво, и развесить ее, например, где-то там по кухне, по дому, где-то, ну, где хотите. Тоже будет очень красиво. Я хочу потом шишечки тоже наделать и сделать их в виде гирлянд, поразвешивать. Так, может быть, елочку какую-нибудь еще сделаю из картона, повешу туда, ну, где-нибудь так, веточку, кисточку. Значит, надо рассказывать, это что-то я долго. Сворачиваем мы, значит, вот такой вот уголок делаем. Ну и квадратик у нас 2 на 2, 3 на 3. Какой вам удобно. Затем, ну все, вот эта деталька у нас готова уже. Это, естественно, у меня большая деталька. И вот мы вот эту вот часть чуть-чуть наклеиваем здесь. Вот так вот проклеиваем. И самый конец вот так вот приклеиваем. Вот она, первая будет шишечка такая вот. Ну как листочек шишечки. И затем по кругу все наверх, наверх, наверх поднимаемся. И получается вот такая вот шишечка. Я потом вам еще покажу. У меня будут заготовочки. Я вам еще потом расскажу, как их делать. Вот у меня 3 заготовки. Будем делать на следующем видео. Я купила здесь цветной бумаги. Цветную бумагу я купила по 8 рублей тоже в Ашане. Потому что мне так-то цветная бумага не нужна. Двухстороннюю брала. Мне в основном нужны вот такие вот листы. Поэтому я взяла немножко ее. В смысле тоненькую. Такую. А затем я буду еще делать другую поделку игрушку. Уже увидите в следующем видео. Она будет очень интересная. Эта мысль мне пришла вот только недавно. Может, конечно, кто-то такие уже игрушки делал, не знаю. Ну, я буду делать такую игрушку. Я ее придумала сама. Из-за таких вот штучек. Они будут у меня разноцветные. Ну вот, вот такое вот мое видео. Если что, подписывайтесь на канал.
В следующий раз выйдет новое видео. Уже с моими игрушечками. Тут на захламление не смотрите. Тут у нас маленький ремонтик идет. Тут Барсик вытащил свою вот эту вот штуку. Вот эту. Все поломал. Здесь развалил все. Любитель. Это у нас ремонт двери идет. Сейчас скоро входная дверь у нас закончится, наконец-то уже. И все это, конечно, мы приберем, все эти инструменты. Столько надо инструментов, чтобы повесить дверь. Это ужас. Капошонька маленькая. Удивительно, елка пока стоит. Я ее больше не наряжала. Гляньте, гляньте, хочет, чтобы я его показала. Ты что разыгрался? Так ты всегда тут играешь, да? Все валяется потом, Барсик. Ой, Барсик, вот это настуком с тобой стрельнуло, да? Ух ты! Не, я его сейчас боюсь. Ему ноготки надо будет срезать. Ноготки срезаю только по краю, там, где беленькая. Там, где уже видно, что будет кровь, я там уже не срезаю. Чуть-чуть буквально, чтобы не царапался. Все-таки ребенок у меня играется с ним. И цапанул. Что-то у него сегодня игривое какое-то. И утро у него игривое, да, Бась? Ух ты! Он нас хочет куснуть. Куську сделать нам хочет. Ладно, все. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. До скорой встречи.